Сегодня пока будем делать такую простенькую мормышку без мотылочку из, как бы, так сказать, доступных материалов, то есть вот из таких вот веревочек. Веревочки, они есть разных цветов. Сейчас еще вам покажу разные оттенки, то есть некоторые из них светятся в ультрафиолете очень и очень ярко. Даже я просто, когда их делал, аж глаза устают, пока их там несколько штук сделаешь. Вот такая вот еще белая. Называется она ланцюжок, короче, веревочка бижутерная, для бижутерии, то есть для рукоделия. 10 метров в ассортименте, ну, цвета в ассортименте. Да, цветов тут много, более десятка. Значит, ну, возьмем вот, допустим, вот такую вот. Вот она как светится, видите? То есть для начала берем, у нас крючок получается 12 номер. Одеваем вольфрамовую головку, темненькую, у меня серая, можно черную. То есть и черной нитью начинаем фиксировать. Фиксируем саму нить на крючке и уходим в заднюю часть. Доходим сюда. Даже немного раньше, вот так вот, где-то здесь, чтобы нам зафиксировать. Отрезаем небольшой кусочек нашей веревочки. Есть. И берем зажигалкой, она плавится, немного припалим и вот так вот оттягиваем, вроде бы, краечек наш. Вот так вот делаем. Вот так оттянули, и немного еще края подрезать бы, чтобы она у нас была более такая остренькая. Ну вот где-то вот так вот краечек. Фиксируем здесь. И крепко нить должна быть, не важно какая она там, синяя, черная, зеленая, она все равно будет под низом, но она должна быть очень крепко, потому что надо сильно здесь утягивать хорошо, потому что если вы слабо закрепите, то будет она просто высмыкнется отсюда. То есть вот так. Все, теперь уходим сюда. Сейчас я поставлю свой этот упор. Фиксируем здесь узлом. Делаем узелок, чтобы у нас. И убираем в сторонку нашу катушку. И теперь потихонечку в натяжечку натягиваем и обматываем нашей веревочкой
хорошенько подтягиваем. И вот так витком, виток за витком. Доходим вот так сюда вот до края, до самой головки вплотную не прижимаемся и уже здесь так же само крепко уже фиксируем нашу веревочку. Лишнее обрезаем. И до конца уже фиксируем. Убираем вот эти крайки. Немного приподнимем. Далее тут есть. Далее будем использовать даббинг. Сейчас достанем его. Вот такой вот даббинг. Вот такой вот наборчик у меня. Брал я его в магазине Fly Fishing. Ссылочка будет в описании. Также там можно взять и крючки, и головки. Но эти веревочки уже можно приобрести в магазинах для рукоделия. И берем понемногу наш даббинг. Наматываем на нашу нить. Вот такой буду использовать черный. И вот так вот поверху. Поверху мы наматываем. Промотали. И фиксируем уже узлом. Для надежности еще раз повторим. И лишнее обрезаем. Вот, в принципе, как бы и все. Ну и по финишу берем даббинговую иглу. Можно этот, можно обычной, можно щеточкой, кто как. Немного вычесываем. И то, что у нас аж чересчур торчит, мы его подстригаем. Вот так вот, вот такая вот у нас мормышка без УФ-геля. Вот так вот она светится. Очень ярко. Так что не забывайте
что каждое видео, которое набирает 500 лайков, по нему и оно берет участие в розыгрыше 10 мормышек. То есть ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.